хочу смотреть видосик с кайфом. Чёртрич! Опа, это отсылка, на банда. Здорово, отец! Фиг это черт! Смотри, это круг? Это картошка. Грут. Лягите. Крутой. И получилось мишень. Ну, время пострелять. Как где мой пистолетик? Снайпер! Ты чего в меня стреляешь? Криса, потому что родители в школу! Сама стрел. Не, он теперь пацифист. Сейчас посмотрим. Так. Ну ты оружейник. Вот. Деталька сломалась. Склей. Я скотчем скреблю. Я иду на чертежу. Твой папа разбирается в чертежах. А твоя мама в очках? Еще бы. Папа во всем разбирает. Это все и не собирает. Так, тетя не прямоугольная. Все. Тут ты прямо... Гений! Настоящий чертильник! Ха, не чертильник, а чертежник. Черты! Попробуйте руки прикурить. Потому что руки кривые. А вот с помощью циркуля круг выйдет, что надо. А циркуль выйдет? Ставим иголку в центр, крутим и готово. Можно кушать. Циркуль – это некий вспыль чертежный инструмент. Есть еще карандаш. Чё, реально? А чтобы начертить рамку для рисунка, подойдет угодник. А линейка не подойдет? Чертим одну сторону, потом другую. Переворачиваем угольник. И получается перевернутый угольник. Чертим две остальные, и получается рамочка. Почему это, она золотая? Посмотрите ролик отца, отца и секрета. Пишите комменты, чтобы попасть на это в описании. А зачем тебе рамка в рамке? Есть чертежные инструменты даже для кривых линий. Транспортир. Они называются зеркала. Красиво, правда? Правда. Мышка очень неудобна. С помощью компьютера.
ставь лайк, если тоже помогаешь бате. Не знаю, что плата падает со звуком пружины. Что случилось? Ты выйди, пожалуйста. Раскрась. Но с Димычем деталька сломалась. Сделаешь? По-братски. Какая деталька? Вот, как на чертеже. Похоже больше на рисунок. А длина и ширина какая? Ну, давай посмотрим. А толщина какая? По-моему, вы перепутали. Принёс, супер! Ну-ка. А в целом, норм. Не вижу. Надо новый чертеж начертить. Почему сразу нельзя нормальный чертеж сделать? Опять ты меня... Составил обосраться. Напугал. Извини, не кидайся. Еще выступ должен быть. Сделай сам! Точнее, никуда. Все, точно. Он с закрытыми глазами режет. А вот и нет. Слушай, пока тебя не было, я понял, что тут еще и дырка должна быть. Не дырка, а дёрцы. А сразу сделай нормально. Бедный мужик. Опять? Снова! Ты понимаешь, нам бы еще дырочку. Дырочка у тебя между булок. А сложный рисунок. Секрет выполнима, но я ужас написал. Он должен точно описывать вещь, которую нужно изготовить. Как текст описания? Для этого необходимо черты писать разом. Нет, болты писать. То чертеж еще сложнее. Ее надо показывать на чертеже с трех сторон. Только в том случае низ не отличается от верха. Сбоку и сверху. Видишь? Ставь лайк, если видишь. С каждой стороны она выглядит по-разному. Чтобы работу не переделывать. Делай нормально, и нормально будет. Значит, мы расскажем дальше. Предыдущий мут на мой на этом новом плейлисте. Заценишь? Лайк поставь и подпишись на канал. Чтобы не то с интернета справа.